Еще вчера малыши, сегодня без пяти минут первоклашки. Это их первый в жизни бал. Выпускники детских садов словно голливудские звезды. Модные прически, шикарные платья. Образ продуман до мелочей. Каждого хоть сейчас на конкурс красоты. Сами маленькие модницы и модники тоже понимают, что неотразимы. Я похожа сегодня на синее облачко. Наверное, на невесту. На принцессу. На супергероя. На джентльмена. На ведущего. Я сегодня похож на этого, то ли на президента, то ли на кого еще. Готовить своих детей к столь серьезному событию многие родители начали еще с зимы. Выбирали наряды, чтобы не как у всех. На эксклюзив денег не жалели. В принципе, за эти деньги можно и свадебное платье купить, если так. Ну, это стоит того. Для этого они маленькие принцессы. Ну, раз же в год, вообще раз в жизни, выпускной в детском саду. Не только красивые, но и умные, и талантливые. В парк «Сказка» на бал выпускников пригласили лучших из лучших, победителей и призеров городских конкурсов. Для них песни и танцы. Яркий праздник в честь прощания с беззаботной порой. Главные герои уже успели осознать всю важность момента. Не очень удобно выходить из садика, который ты очень полюбил. Мы там гуляли, играли с девчонками в группе, были занятия. Впереди уроки, перемены, продленки. Уже не воспитатели, учителя. Школьная пора пока не очень знакомая, но уже такая желанная. Каждый будущий первоклассник точно знает, для чего. Чтобы быть умной. Я думаю, будут интересные уроки. Я думаю, что... Там будет физкультура очень интересная. Учиться, получать пятерки. Давно мечтал стать серьезным взрослым. В этом году детские сады Липецка покидают 4500 мальчиков и девочек. Поздравить дошколят с выпускным пришел глава города. Самые лучшие дети убежден. Да? Лучшие детские дошкольные и пойдут в школу, их уже ждут. Убежден в одном, что они самые красивые, самые умные, самые здоровые, самые талантливые. Это наши липчане. Трогательные и милые. С детским садом мальчики и девочки расставались по-взрослому. Юные дамы и галантные джентльмены закружились в вальсе. Через 11 лет они снова исполнят прощальный танец, тоже на выпускном, но уже на школьном. Ольга Бугакова, Михаил Жилкин, «Липецкое время».